Друзья, доброе утро. Наступил седьмой день. Для нас это очень жесткая мотивация, да? Спасибо. Вот и первый Хариус на нашем месте. Давай, 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 покажи нам. Пришли. Ты пойдешь купаться? А мыться-то ты пойдешь со мной? Мыться пойду, купаться не пойду. Доброе утро, друзья. Доброе утро восьмого дня. Поставили чайник. Сейчас будем гонять, точнее сказать, не чай будем пить, а пить будем кофе. Встали сегодня, как обычно, около 8 утра. Вчера вы видели, шел дождик, шел он полночи. А с утра вышло солнце уже в 7. И в 8 уже спать невозможно. Открыли все окна. Жаришка. Жаришка, да. Так что вот такие дела. Чаевничаем, кофейничаем и пошли что-нибудь делать. Утро, умываемся. Собак накормили.
обеденный перерыв. Но не вертушками мы. Ну ничего страшного. Красавчики, красоточки. Глаза. Нет. Фу. Нет. Нет. Ну нет, говорю, фу. Нельзя. Да фу. Нельзя сюда. Слева не мимо. Слева не мимо. Дай ему понюхать. Потрошка, иди сюда. Нюхай. 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 Чуть в палатку залез сквозь сетку. Хвост прижал. Посмотри на него. Но он не привык, что там спокойно. Нельзя сюда. Нет. Патрон, пошли баночку смотреть. Я в этой футболке как рэпер. Йоу! Да? Друзья, в общем, не могу себя никак переучить. Целиться правым глазом. Вот вправо руки вообще никак. Вот слева вот он попал прям в крышечку. Баллончик чуть-чуть зацепило. А этим не могу. Вот что только я не делал, но ни в какую. Есть ли смысл переучивать себя? Нет смысла. Ну просто под левую руку совсем неудобно. Какая-то там доля потери секунд все равно есть. Так что вот такие дела. Thank you.
палки вот сюда надо рубить. И привязывать их тоже к кому-то. Вот, друзья, получился у нас такой навес. Еще слева веревочку одну не доделали. А так, по большому счету, все. Место тут продуваемое, но сегодня обостренное количество мошки и комара. Даже ветерок не всегда спасает. Грызут, брызгаемся. Так не хочется из шорт вылезать. И футболок. Потому что в одежде в плотной будет совсем труба. На улице очень жарко. Ну и собачкам там тенечек сейчас будет. Друзья, мы решили сегодня в обед себя времени часа, наверное, около двух. У нас такой не обед, а перекусик. Малосольный хариус, черный хлеб с маслом, кофе или чай, не знаю, пока не решили. Кофе. Масло лежало в реке. Не скажу, что оно... Не, оно прям... Вот я довольна. Нормально, ну, в общем... Не как из холодильника, но она отлично. Оно там 100% прохранится все путешествие. Ура, мы довезли масло. Да, да. Мы думали, что сегодня 8-й день и столько жары, и она у нас просто не доедет. Вообще в этот раз удивительно, сколько дней и столько жара, что мы боимся, что у нас вообще все испортится. Нет, все хорошо. Замечательно. Все замечательно. Так что приятного нам аппетита и пойдем дальше трудиться. В общем, мы решили кофе со сливками. Смотрите на эту красоту. Вкуснятинка. Картошечка, огурчики. В общем, все положено. Вкусно? Да. Да? Все, выключай, есть хочу. Солнышко немножко ушло, хоть это, посвежее стало. Собак запустили, а они сразу же отрубились вообще. Они, им даже им никакая еда не интересна им вообще. Их только пусти в палатку, чтобы их никто не кусал. Друзья, мы решили немножко поваляться, расстелили наш коврик. Продувается так хорошо после обеда. Сеточка открыта, комарики там, а у нас тут красота. Ну что, друзья, тент готов, можно под ним комфортно кормить комаров. Комаров здесь с мошкой вообще столько, что они просто готовы утащить. Да, тенечек классно, но комаров, ой-ой-ой. Будем выкуривать, но позже. Патрон, иди ко мне, говорю, иди. Иди сюда. Давай, пошли. Ко мне иди. О, сейчас тебе будет хорошо. Иди ко мне, иди.
ко мне иди. Сейчас он тебя Уля, поцарапает. Уля, Уля, ко мне. Ты там что, не замерз? Потроха. Картоха. Ой, молодец. Если вам хочется помыться, а не хочется топить, например, ту же баню, а баня у вас есть, или вам просто нужно постираться, это касается только солнечного дня. Сегодня солнце встало рано. Периодически вот тучки набегают, солнце скрывается, но больше солнца есть, чем нет. Наташа вот постиралась, развешивала белье, на всех веревочках висит. Закрываем баню полностью. Эх, ничего не видно, вот так вот видно. Оставляем сколько вам нужно ведер воды. И они за 6-7 часов нагреваются до такого состояния. Вот, ну, я не знаю, какая температура воды, но ей просто можно мыться. Она настолько теплая, что прям вот комфортная. Друзья, сегодня хотим испробовать походный душ. В комплекте с душем мы еще взяли вот такое ведро складывающееся, которое место практически не занимает. Вообще, блин, такая штука удобная. Даже не знали, что такое существует. Вот. Спасибо Алексею Морякову, еще раз скажу. Неоднократно, который отправил донат еще в том году на насос для перекачки топлива. Говорит, хорош мучиться, только, говорит, берите компанию Беркут, потому что у меня, говорит, три таких насоса, и, говорит, я их, говорит, пользую. У меня, говорит, и в гараже, и в машине, и в снегоходе, везде такие насосы. Но отправил такую сумму, что можно было купить три насоса. Но мы подумали, что почему бы нам что-нибудь еще не взять у компании Беркут, и взяли походный душ и вот такое ведро. Ведро с виду маленькое, а так оно 15 литров. Нельзя. Что тебе там надо? Друзья, помните, я говорил, что не шла зарядка? Вот я распотрошил всю проводку. Думал, где-то у меня спайка развалилась. Полностью убрал все эту термоизоляцию, или как она правильно называется, изоленту. Оказалось, все банально просто. Разобрал и в двигателе все проводки посмотрел. Оказалось, что провод, который подходит к аккумулятору, отвечающий за зарядку, сантиметров на 10, наверное, просто сгнил. А он в термоусадке сидит. И непонятно, ну, пошатаешь его, ну, вроде нормальный провод, как провод. А я взял, у меня запасные провода с собой есть. Я напрямую от двигателя подключил к аккумулятору, у меня зарядка пошла. Я думаю, вот она где, собака зарыта. В общем, сейчас все обратно собираю, изолирую заряд. Мы теперь с зарядкой.
друзья, вот и подходит очередной день к концу. Времени уже подходит к 8 часам. День пролетел незаметно. Вроде бы ничего и не сделали, а день пролетел. С рыбалкой сегодня отрицательно. Два хариуса и два схода. Берут неуверенно. В общем, то ли к непогоде это все изменения, непонятно. Сегодня ночью возможны заморозки, потому что по прогнозу погоды сегодня ночью плюс 4, плюс 5. Здесь, значит, в горах будет, ну, скорее всего, 0. Так что Наташа готовит супчик. Что хочу сказать. В этот раз, кто смотрел первую часть, ну, точнее сказать, не первую часть, а наши сборы, которые мы записывали отдельно. Наташа готовила мясо, сушила мясо. Из 4 килограмм получилось. Наташа, килограмм, да, получилось? 4250 было, и получилось кило 250. 4250 было, так скажем, сырого мяса, и получилось килограмм 250 сухого. То есть это объем, вес. То есть, вот. И сейчас Наташа варит супчик с этим мясом. Ну, 4 килограмма мяса — это серьезный объем нам на двоих. Я думаю, что на месяц легко можно растянуть. Плюс у нас есть тушенка. В общем, сейчас пойдем кушать. Наташа делает еще салатик. Будем кушать. Сегодня на обед было 2 бутерброда с хариусом, и все. А времени уже, мы обычно, ну, дома-то в 6 часов уже ужинаем, а тут уже 8. В общем, жизнь бежит. Все замечательно, все хорошо. Огорчает, что погода испортится, а так все замечательно. Друзья, Наташа сварила супчик вот с этим мяском. Так с фаршем получилось. Как с фаршем, да. Ну, это все равно мясо, как ни крути. Наташа только сыпанула на кастрюлю. Своих 3 горсти, вот таких маленьких. Вот, вот таких маленьких 3. На кастрюлю, сколько она, 3-литровая? Ну, или здесь, 5? Здесь 5, наверное, половина. 5. Нет, да, это же не целая кастрюля. Ага. Здесь 1 литр воды. 3, может быть, даже 3, наверное. Ага. И вот столько у нас мяса, да? То есть, ну, оно правильно, мелкое, ну, так-то его нормально. Что хочу сказать. Друзья, если кому интересно, как приготовить такое мясо в поход, на нашем сайте с Наташей, КН Удинцев Space, есть рецепт, Наташа писала рецепт этого мяса. Там видео тоже есть у нас. В общем, друзья, ссылку на сайт, точнее, даже не на сайт, а на саму статью, как приготовить такое мясо в поход, мы оставим в описании под видео. Сидеть. Я жду. Молодец. Сидеть. Молодец. Сидеть. Я жду. Сиди. Сидеть. Сидеть. Пуля. Нормально пахнет, вот оно, луплю. Нет. Все ждем. Сидеть. Пуля. Пуля. Что вы там не видали? Пуля. Кушай. Ее интересует другой берег. Ее этот вообще не интересует берег. С этой едой. Нет, все-таки интересует. Угу.
На улице стало очень прохладно, уже роса выпадает, уже лодка влажная, все вещи влажные, палатка влажная. Сейчас сожгем весь мусор, чтобы мусор не лежал в этом костровище. Покушала? Покушала. Покушали, молодцы. Молодцы. Шерстяные вы мои. Нельзя прыгать, нельзя прыгать. Нет, рано еще. Сейчас я приду, посмотрю, мне кажется, пока не дает. Пуля-то все вылезла. Нельзя прыгать, только прыгать нельзя. Хорошо? Ой, ты неженка, вы оба неженки. Вы обе, оба неженки. Обе две. Стало прохладно и не стало ни мошки, ни комаров. Вот парочку летает, не больше, и все. Он с таким удовольствием чувствует, жрал. Либо он голодный реально. Да кипулька рыбу любит и... Смотри, да. Вот эта да. Пуля на миске, это она сама все съела. У патрона еще такая здоровая была. Будь здоров. Где-то там стреляют. Да? Да. Слышно. Забавляются, походу. Блин, 6 километров до них. И слышно, как стреляют. Да, спрошу. Друзья, я еще забыл совсем рассказать о том, что выше от нас в 6 километрах стоит две водометных лодки. Такие же, как у нас фрегат, только нового образца. Вы, наверное, в предыдущем или в позапрошлом путешествии, но не суть. Видели, да, что мы в Приобе вместе один раз собирались. И в этот раз мы собирались тоже вместе, а мы знали, куда они шли. И так как у нас не получилось зайти в две реки, которых мы планировали, мы пришли сюда. Но до них мы немного не добрались. Вот в этот перекат мы добраться не смогли, потому что у нас заела задняя скорость, да, чашка, и скорость не набирает. Мы в него два раза попробовали забраться. Наташа говорит... Все, два раза попробовали, не получилось, значит, наше место тут. И Наташа сейчас вот пытается порыбачить, ну, в общем, чем-то надо заниматься. Услышала выстрелы. Ну, в общем, наверное, парни развлекаются. Это наши знакомые, мы уже не первый раз общаемся, точнее сказать, давно уже общаемся. В одном экипаже это Женя. Они все с Екатеринбурга. Помните, я, наверное, на стриме рассказывал, что Женя помог купить и запчасти, и масла по очень демократичной цене. Спасибо ему огромное. Женя, тебе огромный респект за покупки запчастей и масла. Мы очень тебе благодарны. Спасибо. Моя Манюня рыбачит. В этом капюшончике как Манюня. Тебя будут жрать комары, я посмотрю, какая ты Манюня будешь. Ну тут у палатки нет комаров. Тут, наверное, костер горит, из этого нет комаров. Костер перенеси сюда. А в лесу захрустели ветки. Сначала ломанулась туда пуля, потом ушел туда патрон. И тишина. Куда убежали?
сам себя испугался. Голос. Голос. Кто там? Ну-ка наругай. Кто там на том берегу? Кто там? Кто там на том берегу? Ну-ка, наругайте их всех. Кто там? Оля. Кто там на том берегу? Оль. Кто там? Там? Ну-ка, кто там? Кто там? Ух! Кто там? Наругай всех. Ну-ка, наругай. Кто там? Ну и на том берегу. А у нас в палатке тепло, уютно, и мы решили семечки полузгать. Чем еще заниматься? Сканворду сейчас достанем. Да. Мозг будем разрабатывать. Можно. На улице стало ветрено и еще прохладнее. Что там, 8 градусов обещали? 8 градусов. Ну, 8 градусов это я смотрел, а к утру-то 5, как я и говорил, что, ну, возможно, и 0 будет. Бабуля. Пулька засыпает и храпит, сопит. Наташа говорит, пуля бабуля. Пулька бабулька, а Катроха картоха. Катроха морковку нагрыз, раскидал по всей палатке, забавлялся. Хорошо, у нас уютно, на улице ветерок дует, а у нас-то прям настолько комфортно в палатке, что даже не верится, что так может быть хорошо. Время, как всегда, 11:30, на улице светло и даже не темнеет. Ночью вообще не темнеет. Настолько это непривычно. Ну, это пока. Ну да, август это месяц уже недолго. Начнет, уже, да, хоть глаз выколебует. Середина августа, вот очень темно, даже начало, наверное. Вышел на улицу покурить, а на улице настолько холодно, что зуб на зуб не сходится после теплой палатки. Прям вот, знаете, как будто вот снег пойдет. Да.